Всем доброго времени суток! Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Я к вам сегодня с обалденно вкусными булочками. Просто тают во рту. Такое вкусное тесто. Они получаются сладенькими, вкусненькими. Само то к вечернему чаю. Все сейчас расскажу и покажу. Поехали! Как всегда, готовится очень быстро. В чашечку у меня я взяла большую, потому что мне так будет удобнее. Я разбиваю 2 яйца. Так, отправляю сюда 150, но для меня это очень, как бы по рецепту 150, но для меня это сладко. У меня 130. Я на 20 граммов убавила здесь сахарного песка. И вот так вот сейчас мы это все разотрем. Вот примерно вот до такого белого состояния. Сейчас сюда мы отправляем чайную ложку без горки соли. Сюда мы отправляем 300 миллилитров тепленького молочка. 100 миллилитров растительного масла. Можно сливочного. Все перемешиваем. И примерно 750-780 граммов муки. У меня здесь 800 граммов отвешено, значит. Просто, девочки, я поменяла муку. Муку поменяла и не знаю, как она себя поведет. Поэтому я 800 граммов отвешала. Потихонечку сюда буду добавлять. И буду смотреть, как получится тесто. Так, и еще... Сейчас же сюда, на этой стадии, отправляем пачку дрожжей. У меня она 11 граммов. Все замешиваем пока с помощью венчика, лопатки или ложки. А потом уже руками. У нас получается вот такое вот тесто. У меня, девочки, 800 граммов все ушли. Вот что значит поменять муку, да? Вот. Вот такое оно. Немножко липнет к рукам. Это ничего страшного. Мы его сюда закладываем. Закрываем и даем, ставим в теплое место примерно на час-час 20, в зависимости от того, как у вас тепло, как сработают ваши дрожжи, тесто должно увеличиться в 2 раза. И тогда уже приступим к выпеканию наших вкуснейших булочек. Тесто наше подошло. Я припылила рабочую поверхность немножко мукой. И сейчас выложу наше тесто сюда. Так, немножко его обомню. Оно мягонькое. Видите, какое? Очень хорошенькое. Я его разделю на 2 части. И сейчас каждую часть разделю на булочки. Вот так вот, сколько получилось, 7. Ну, скатаем, как обычно, шарик, округлим. Так, ну вот часть прикрыли, подпылим немножечко, значит, мукой, и будем сейчас раскатывать. Вот так вот раскатываем булочку, такой пластик вытянутый, ну, чтобы она ровненькая у нас была. Прямоугольничек. Вот такой вот прямоугольник. Можно еще немножко. Вот так. Сделали. Можете сливочным маслом растопленным, можете растительным. Я взяла растительное. Это уже по желанию. Смазываем. Посыпаем сахаром. Так вот, ну, тоже по желанию. Сколько посыпаете? Где-то примерно 1,5 столовые чайные ложечки. Скручиваем. Так, теперь
Складываем вот так. Переворачиваем. Делаем вот так вот надрез. Не до конца. И разворачиваем. И получаем вот такую булочку. И укладываем ее на противень. Сейчас еще на одной. Чуть-чуть припылите. Много муки не надо. Это тесто такое, понимаете, прямо нежное-нежное очень получается. Вот. Поэтому очень хорошо. Вот опять прямоугольничек сделали. Смазали маслице. Посыпали сахаром. И скручиваем в рулетик. Так, вот рулетик скрутили. Складываем его пополам. Переворачиваем. Кладем его вот так вот на бочок. И так вот поверну. Разрезаем не до конца. И раскрываем. Вот такая булочка получилась. Все, поступаем так со всеми нашими булочками. Вот такие булочки у нас получились, смотрите. Я дала им отстояться уже 15 минуток. Сейчас смажу сверху взбитым яйцом. Можете не только яйцом, можете простым желтком с капелькой молока. Пожалуйста, по вашему желанию. Все, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно минут на 30, в общем, на 30-35. В общем, смотрите по своей духовке, как она у вас печет. Посмотрите, какая прелесть у нас с вами получилась. Они еще, правда, горячие. Смотрите, тесто очень мягкое, очень вкусное, очень нежное. Всем приятного аппетита! Это просто фантастика. Это так вкусно, поверьте мне. И делаться это вообще очень просто. Быстренько сделали тесто и булочки вкуснейшие к вечернему чаю у вас готовы. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. А я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего и доброго. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока.